Во французском Марселе проходит финал Кубка мира в олимпийских классах яхт. В соревновании принимает участие 212 спортсменов. Эта регата еще одна хорошая возможность опробовать матчасть и примериться к соперникам перед важнейшим стартом сезона комплексным чемпионатом мира, который пройдет в датском Орхусе с 30 июля по 12 августа. Именно там будут разыграны первые лицензии на Олимпиаду 2020 в Японии. В Марселе лучшая из россиян виндсерфингистка Стефания Елпутина пока идет четвертой. Этот сезон начался, как обычно, с Майами, и уже довольно много соревнований прошло, довольно неплохо. Некоторые идут не очень хорошо, некоторые хорошо. На каких-то соревнованиях я борюсь за тройку, и меня это радует, пытаюсь извлечь максимум пользы. Вот скоро уже кульминация сезона, чемпионат мира, готовимся к нему. В Орхусе будет довольно большой флот, поэтому нужно будет ходить стабильно, не совершать ошибок, точнее, совершать их по минимуму. Вот, следить за флотом, следить за ветром, за дистанцией и делать максимум, что только возможно. На этой регате нужно пробовать новое оборудование, которое мы недавно только получили. Также еще раз погоняться в сильном флоте, посмотреть на свои слабые и сильные места, на соперников, еще раз все это прочувствовать и сделать какие-то выводы.